Одно из старейших ломоперерабатывающих предприятий Поволжья отмечает юбилей. Ульяновскому вторчермету исполнилось 70 лет. Рынок вторичных металлов – одна из главных составляющих сырьевой базы металлургического комплекса России. Свое место в этом сегменте занимает и ульяновское предприятие. За многолетнюю историю вторчермет испытывал взлеты и падения. Сегодня здесь трудится больше 200 металлистов. Это уверенное сырьевое обеспечение наших потребителей заводов, которые производят трубопрокатные, которые производят арматурные заводы, да, нашей страны. Мы являемся неотъемлемой сырьевой базой данного направления, данного бизнеса. На празднике чествовали выдающихся сотрудников предприятия и ветеранов, а также провели конкурс профессионального мастерства. Победителям вручили дипломы и денежные призы.